участникам Андрей расскажет, что он думает по поводу фильма. Какого? Ну, который мы смотрели. Очередной образчик великолепного вкуса. Очередное доказательство того, что Нонфильм умеет, может и хочет рассказывать нам интересные истории. Все же убедите. Не, вы убедите. Я убедитель. Как никогда. Ну, как когда ты было. Видишь, когда это еще такое вот может быть, что ты выходишь с фильма и ты чувствуешь желание жить. Вот, например, после «Титаника» разве хочется жить? Мне всегда не хочется жить. Не, ну вот первые 5 минут. А тут как бы ты выходишь и понимаешь, что а жизнь-то, черт подери, прекрасна. Особенно когда понимаешь, что Бог есть все-таки. По-любому. И что он вот таков. Да. А другого нам не надо. Не пусть надо. Будет таким. В общем, отлично. Роман, что вы скажете по поводу кинофильма? Воротили и извергли. Всякого. Все? Иноземного и... Иноземного. И вне иноземного. Ага. Отлично, хорошо. А Игорь? Игорь? Ну, если бы они сократили полтора раза. Видишь, мнения разделились. Это очередное доказательство того, что это не просто какая-то подделка, а это произведение искусства, о котором будут спорить, которое будут помнить и пересматривать.